38-й раз в Кохтла-Ярве прошел традиционный международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти известного эстонского борца Аво Талпаса. В турнире выступили более 100 борцов из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Открывали соревнования мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, главный специалист городского управления по вопросам культуры и спорта Кристина Агу, президент Эстонской федерации борьбы Янус Пяевелли и другие почетные гости. Мне довелось бороться на тех же коврах и бросать те же самые чучелы, что и кидал Ава. Для меня это честь. 38 раз проводится этот мемориал. Это огромный труд со стороны организаторов. И, естественно, без вас, без борцов, этого бы не было. Так что я рад вас видеть. Боритесь за себя, за честь свою, за своих клубов. Не отдавайте ни одного балла. Кристина Агу, главный специалист городского управления по вопросам культуры и спорта, заметила, что этот традиционный турнир необходим тем, что он сплачивает молодых людей, и она очень рада, что наша молодежь уже много лет так продуктивно занимается греко-римской борьбой. Хочу рассказать об одном небольшом интересном факте. Наверное, немногие из наших жителей знают, что вот этому турниру Аво Талпаса предшествовали соревнования, которые назывались «Кубок шахтеров». То есть история этих соревнований уже насчитывает, можно сказать, не 38 лет, а 46. И уже после смерти Аво Талпаса эти соревнования были переименованы в соревнования памяти Аво Талпаса. Кульминацией соревнований, как всегда, стала финальная схватка спортсменов весовой категории до 84 килограмм, в которой выступал сам Аво Талпас. Семикратный чемпион Эстонии и обладатель медалей всех рангах на чемпионатах СССР. Он считался олимпийской надеждой, но умер в 33-летнем возрасте.